Здравствуйте, друзья! Перед нами биологически активная добавка Daily от Nutrilite. Daily – это базовый комплекс витаминов и минералов, дополненный растительными концентратами. С пищей обычно мы не получаем все полезные вещества, а вот Daily как раз и восстанавливает этот баланс веществ в организме. В упаковке 60 таблеток. Это удобный выбор для двух взрослых человек. Принимают по одной таблетке во время еды в течение месяца. Одна таблетка – это суточная норма для взрослого человека. Съел таблеточку один раз в день и сделал доброе дело для своего организма. Daily содержит фитонутриенты, подходит для диабетиков. Содержание углеводов и калорий несущественно. В то же время в Daily нет глютена, красителей и консервантов. Какие натуральные концентраты Nutrilite входят в состав продукта? Вишня, ацирола, морковь, люцерна, петрушка, шпинат, крес водяной. Почему Daily заполняет проблемы рациона? Потому что у Daily очень сложный состав. И мы это все видим на этикетке. Входят в Daily входят такие компоненты, как биотин, фолиевая кислота, витамины Е, В2, В1, В6, В12, С, Д3, витамин А, также марганец, медь, цинк, йод, железо, магний, кальций, фосфор. Вот такой полный набор. На этикетке также указана пищевая ценность таблетки – белки, жиры и углеводы. И все это не превышает 0,1 доли грамма. В первой колонке указаны ингредиенты, во второй – количество в миллиграммах. Но очень интересна третья колонка. В ней указан процент от рекомендуемого суточного потребления. Некоторые компоненты превышают 100%, но это значит, что эти показатели не превышают верхний суточный уровень потребления и согласованы с единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованием к товарам. И все это указано на этикетке. Итак, одна таблетка Daily в день обеспечивает организм питательными веществами. И Daily – это очень полезный БАД.